На сегодняшний день объем экспорта обработанной продукции составил 2,5 миллиарда долларов США. Из них 123 миллиона долларов США приходится на экспорт готовой продукции. В рамках сервисной поддержки в Китае организована презентация 40 казахстанских производителей. Частным бизнесом открыты торговые дома Казахстана в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Урумчи, через которые налажены поставки продуктов питания отечественных компаний. В текущем году впервые в Гонконг начали поставляться масло казахстанского производства. Наряду с этим наблюдается рост поставок казахстанской продукции в страны Центральной Азии на 30%. Суммарный объем экспорта в эти страны составил 1,5 миллиарда долларов США. И сегодня Казахстан входит в пятерку основных поставщиков продукции в эти страны и занимает 8% доли в импорте этих стран.